Добрый день. Спасибо большое за приглашение организаторам очередной раз на «Белых ночах». Значит, у меня доклад немножко другого плана, как в отличие от предыдущих, которые говорили все о молочной железе. Мы сейчас поговорим о гинекологии. Тоже немаловажная сфера в лучевотерапии. Там к молочной железе переходим, так сказать, к детородным органам. Что такое современная лучевотерапия? Она безразрывно связана с новыми технологиями. То, что было невообразимо 20 лет назад, мы сегодня пользуемся вовсю. И чем мы пользуемся сегодня, завтра, может быть, уже будет устаревшим. Вот. Поэтому с новыми технологиями нам приходится догонять, улучшить свои знания, и чтобы получше адаптировать их, потому что наличие новой технологии это не означает, что у нас есть все эти знания, необходимые, чтобы правильно их применить. И потом применение новых технологий – это еще как темная лошадка. Мы пока еще не знаем о тех эффектах, которые могут проявляться, наблюдая за этим больным спустя 10, 15, 20 лет. Да? Вот. Сегодня поговорим о МРТ. МРТ – это значит, лучевая терапия с интенсивностью, с модуляцией, которое пришло на смену в традиционной 3D-технике. Вот. Прицельная лучевая терапия в своем широком смысле слова – это та лучевая терапия, которая очень, так сказать, тщательно оберегает органы риска и здоровые ткани, уменьшая лучевую нагрузку на вот эти близлежащие органы, именно критические органы к нашей цели. Вот. За счет чего? Конечно, за счет уменьшения самого главного объема, да? За счет очерчивание, так сказать, геометрически, придавая геометрические формы, адаптируя самой форме самой опухоли и самого органа. Вот. Чем достигается? Чем больше мы можем, у нас есть возможность визуализации то, что мы лечим, тем больше прицельно у нас и получается лучевая терапия. Да? Вот. На этом как раз и основано АМРТ с АИДРТ, то есть наведение изображением именно в ежедневной практике это может использоваться в зависимости от органов, которые мы лечим, или в течение нескольких дней, проверяя, хорошо и правильно ли мы лечим. Ой. Значит, какие у нас есть подводные камни, когда мы и употребляем вот такую прицельную лучевую терапию в нашей ежедневной практике? Сегодня мы говорим о лечении опухоли малого таза. Да? Это, безусловно, движение органов. Есть в лучевой терапии, мы ежедневно сталкиваемся с двумя типами погрешностей. Это погрешности сетапа, то есть воспроизведения мобилизации пациента и погрешности интрафракционные, которые может происходить во время проведения самой лучевой терапии. Естественно, когда мы лечим такие органы, как голова, шея, у нас есть совершенно другая мобилизационная система. Это мы используем маски. Да? Или когда мы лечим мобилизованную ногу, когда мы лечим костные опухоли, там вот именно ошибка в движении минимизирована тем, что нету вокруг таких органов, которые будут постоянно двигаться. А что происходит в малом тазу? В малом тазу достаточно многих органов, которые постоянно находятся в движении. Это, конечно, кишечник, это мочевой пузырь, это прямая кишка. И сам орган, сам по себе матка с шейкой, а этот орган совершенно не фиксирован, неподвижный. Вот. Если шейка может быть фиксирована в связи с тем, что там большая вколоченная опухоль, которая ему все-таки не разрешает так свободно передвигаться, то тело матки, он будет смещаться в зависимости от того, от наполнения мочевого пузыря и в зависимости от наполнения прямой кишки. Вот. Вот здесь на этом снимке показателя можете посмотреть, как это самый лазер.
лазер. Да. Можете посмотреть здесь наглядно, как тело матки может смещаться, да, к впереди и к сзади, в зависимости от того, в каком состоянии находится мочевой пузырь. Вот здесь при наполненном мочевом пузыре и при спущенном мочевом пузыре, значит, у нас отклонение от самого таргета, да, это, в общем, внушаемо. Это здесь не маленькое. Вот, допустим, на этом слайде вы можете посмотреть, они провели исследование, которое было, Брадель опубликовал еще в 2009 году, в котором они измеряли именно насколько происходит смещение в зависимости от пространства шейки матки. Да? Вот. Это верхние, нижние, передние, задние, справа-слева. Вот. Можете посмотреть, что справа-слева изменения как меньшее. Ну, это понятно, латерально орган не столько двигается. Это в основном верхние и нижний край, и передние и задние края самого органа. Вот это нужно, это важно иметь в виду, когда мы будем добавлять наш PTV к тому, то, что мы нарисовали. Да, об этом мы потом поговорим. Значит, развитие лучевотерапии как искусство можно сравнить с искусством, потому что то, что было несколько лет назад и что мы сейчас имеем, это похоже уже на скульптуру, которую мы во время окунтуривания нашей цели как раз к этому и стремимся, чтобы было в совершенном виде. Вот. Технологии, которые основывались на визуализации мишени, они тоже менялись от поколения к поколению и менялись в зависимости от того, какой тип визуализации они использовали. Да? Это значит, начиналось все применение с ультразвука, потом уже киловольтажное, потом портальное изображение и также с применением специальных маркеров активных пассивных, которые помогали локализовать мишень, на которую мы и направляли наши поля. Вот. Поколение 2 – это уже введение таких, как киловольтаж и как томотерапия, которые используют в своем основе, значит, компьютерное томографическое изображение ежедневное. Это уже наше, конечно, совмещение, как IGRT идет. Вот. И последние аппараты последнего поколения, которые используют киловольтаж и мегавольтажное изображение, визуализация изображения. Да? Конечно, качество изображения тоже менялось. Вот. Здесь можете посмотреть, значит, в зависимости от того, как используется киловольтаж или мегавольтаж, насколько большая разница между ними. Все вот эти изображения, которыми пользуемся, они основаны на костных структурах. Единственное, что нам может дать полностью картину, что происходит, это как раз томотерапия, где мы используем компьютерную томографию ежедневно. Да? Вот. Это я имею в виду рутинную практику, вот, которую мы используем на, так сказать, обычных лучевых ускорителях. Вот. И самое последнее поколение – это уже кибермашины, такие очень притягательные, наверное, мечта для каждого лучшего терапевта – иметь такие машины в своем распоряжении. И так называемая динамично-адаптивная лучевая терапия, которая – это динамичные арки и всякие движущиеся, значит, наши киберножи и вот новые все. Все новые технологии, которые у нас сегодня имеются в своем расположении. Значит, имея всю вот эту технику и планируя уже пациентку для облучения с помощью IMRT, то есть современными технологиями, что мы имеем в нашем наличии. Значит, во-первых, нам необходимо отбирать пациентов. Несмотря на то, что техника очень хорошая, очень притягательная, нельзя ни в коем случае всех подгонять и всех туда класть. Да? Есть определенные критерии, определенные ограничения.
Потом очень осторожно надо подойти к этому. Если у нас нет соответствующей диагностики, если у нас нет соответствующей поддерживающей техники, которая будет поддерживать визуализацию изображения, также прослеживать, что происходит во время лечения, тоже очень опасно идти на этот путь. В основном сегодня используется в планировании гинекологического рака магнитный резонанс, это когда первичная опухоль шейки матки и эндометрия, в основном у нас лучшая терапия идут послеоперационные пациенты, там магнитный резонанс не очень нужен, там подойдет простая компьютерная томография. И ПЭТ в современное планирование, современная лучшая терапия гинекологического рака, именно первичного рака или метастатического рака, это если есть в наличии, он играет очень большую роль. То есть именно при обнаружении лимфатических узлов и при применение буста, возможность применения буста на них. Значит, IGRT и МРТ тоже что нам дает? В течение лучевой терапии, когда мы даем на первичную опухоль, опухоль шейки матки, в течение всего цикла лучевой терапии, если пациентке повезет, естественно, опухоль будет уменьшаться. Да? И поэтому, пересматривая раз в неделю или раз в две недели изменение этой опухоли, мы можем изменить тоже свой таргет, уменьшая его, тем самым снижая токсичность на те критические органы, которые у нас имеются, достаточно опасны, это крем, прямая кишка и мочевой пузырь тоже критический орган, хотя он выдерживает более высокую дозу нагрузку лучевой терапии. Вот. И при этом мы тоже в нашем институте используем перепланирование, адаптируясь к изменениям опухоли и к новому объему лечения. Вот. Значит, АМРТ используется с 90-х годов. Вначале, безусловно, его начали применять при лечении опухоли головы и шеи, и потом пошли потихоньку на все, использовать на все органы и на все заболевания. Вот. Его можно использовать без ограничения при любой локализации, но все-таки есть настоятельные рекомендации, которые выделяют определенные органы, и при некоторых органах не очень он, в общем, рекомендуется. Да? Допустим, анальный канал, первичный рак шейки матки, опухоль головы и шеи, это, безусловно, здесь уже, если есть возможность применить АМРТ, 3D практически уже не лечим. Вот. Эндометрии, пищевод, да, рецидивы рак шейки матки, особенно те пациентки, которые уже получили предварительную лучевую терапию, да, простата, прямая кишка, панкреас, здесь панкреас – это особая тема, на этом не будем останавливаться, потому что здесь имеет значение очень высокая доза и высокая гипофракцированная лучетерапия, которая уже АМРТ, идем к СБРТ. Вот. И посмотрим, значит, некоторые исследования, которые сравнивали токсичное проявление при применении АМРТ и 3D-лечения. Вот Арно Мунд, который опубликовал вот два серии этих исследований, одно было пилотное исследование, да, они сравнивали токсичность, значит, генитоуринарную и кишечную токсичность в зависимости от применяли АМРТ или 3D. Вот здесь значительно, в общем, G1, тут разница наблюдается не настолько, насколько значит соотношение в 10-20, и первое, и второе у нас различие достоверное. Да? Вот. А здесь различие можем посмотреть, особенно когда опасно это G3, вот, у них это было 0 при применении АМРТ, а в 3D все-таки 3%. Вот G2 3 versus 17%, да, и 8-30%. То есть различие достоверно, и то, что нам наглядно показывает, что мы выигрываем, применяя МРТ, конечно, мы снижаем токсичность на наши критические органы. То, что контроль опухоли, мы об этом дальше поговорим, мы тоже можем повысить, но здесь не нужно забывать, что когда мы применяем МРТ при первичной раке шейки матки, естественно, безусловно, очень сильным компонентом является брахитерапия, которую мы будем на втором этапе проводить. Да? Все-таки здесь контроль опухоли, мы не можем повысить дозы выше, чем 45 или 50 грей. Вот, да. Но о высоких дозах мы будем говорить, когда даем буст на пораженные лимфатические узлы.
Вот здесь, значит, были исследования РТОД 0418, в которой как раз они применяли послеоперационную лучевую терапию при раке шейки матки, эндометрия. Это уже адъювантная лучевая терапия. Обычно это 45-50 грей, да, норма фракционирования, или 1,8, или 2 грея за фракцию, и в котором они показали двухлетнюю безрецидивную выживаемость 87 и общую выживаемость 95. Да, это было доложено на АСТРО в 2011 году. Вот. И именно применение этой техники особенно было рекомендовано при включении в зону облучения параортальных лимфоузлов. Потому что чем выше мы поднимаемся, тем больше мы увеличиваем кишечную токсичность. И также показано в некоторых исследованиях, что повышается также дуоденальная токсичность. Вот. Перейдем к гидам для контурования. Обычно мы используем гиды RTOG, которые нам дают американские гайдлайны. Есть еще эстровские гайдлайны, но в основном принципы одни и те же. Вот. Сейчас посмотрим, на чем основываются принципы. Ой. Да. Значит, да. Вот, гиды для контурования мы должны контуровать каждого пациента индивидуально. Это никто не отменял. Да? Подход он индивидуальный в зависимости от особенностей, характеристики развития опухолевого процесса и в зависимости от того, какой у нас имеется пациент. Но правила все-таки общие, и надо к ним более-менее придерживаться. Вот. Ганглионарная CTV, которая выделяется в этих гайдлайнах и контурования, это у нас включает внутренние подвздошные лимфоузлы, наружные, общие подвздошные лимфоузлы, они останавливается на уровне между L4 и L5. Это классика, это никто не отменял. Уже, наверное, кто помнит, когда мы лечили на кобальте, было то же самое. Верхняя граница, оно не меняется. Вот. Прикрессовые лимфоузлы на уровне S3 надо взять полностью и 1-2 см ткани кпереди и 3 см для покрытия полностью предкрессовой области. Это очень важно, тем более, когда у нас идет стадирование больше, чем 1B, это идет когда 2B и 3, и стадия 3 рака шейки матки, надо охватить полностью крестцовую область, это, типа как прямой крышкой мы делаем. Вот. Потом мы должны визуализировать сосуды хирургической клипсы, и очень важно, чтобы брали пространство до 7 мм от сосудов и клипсов, которые оставили хирурги. Что в этом, вот здесь на этих слайдах можете посмотреть, значит, это у нас идет пресс-крестцовый, допустим, вот CTV, как мы его берем, это лимфоузлы, да, здесь у нас общеподвздошные лимфоузлы, здесь уже идут внутренние наружные лимфоузлы, да, и вот, да, здесь уже с включением параметрия и хирургической культи влагалища. Вот, еще есть вот эти снимки, здесь вот очень тоже интересно, но значит, это у нас уже на уровне поднимаемся от крестца и выше, а здесь у нас параметрии. Вот на этом слайде, вот посмотрите, вот это у нас сосуды подвздошные, да, то есть это, если мы вводим контраст, чтобы визуализировать сосуды от лимфоузлов, это нам очень сильно помогает. И иногда тоже используется контраст для пищеварительного тракта, для кишок, потому что иногда кишки можно так сказать, визуально они сливаются с мышцами и могут слиться также с лимфоузлом по своей плотности. Вот. Когда мы используем контраст, это у нас в чем это нам помогает? Во-первых, мы не будем брать избыточно из-за того, что мы не можем определить. Да? Когда мы не видим четко из-за боязни, чтобы не додать, мы передаем, мы берем больше. Вот. И когда у нас есть хорошая визуализация, естественно, мы не будем брать дополнительные миллиметры и сантиметры. Вот. Здесь на этом слайде здесь просто используются также, значит, лимфоузлы очерчены и мышцы.
Вот. Мышцы не рекомендуется брать в сетиви, ПТВ на них перейдет, сколько мы дадим. Ну, обычно мы обходим кости, не включая в окунтурование. Да? Здесь, допустим, крестится на окунтуринг как орган риска, просто для того, чтобы посмотреть, какую дозу он получает. Но мы можем окунтуривать кости, но с целью визуализировать дальше именно какая доза на них попала. Но обычно кости у нас в цель облучения не входит. Вот. И на этом слайде у нас есть, значит, часть попадает параметрии и культя влагалищная. Нельзя забыть, что мы должны зайти на 5 мм, в зависимости от того, на 5 или на 1 сантиметр на мочевой пузырь. Вот. Очень важно также для себя уяснить, в каком состоянии мы будем пациентку лечить. Обычно мы применяем полный мочевой пузырь, точно так же, как при облучении простаты или при облучении прямой кишки. Вот это нам помогает как бы сберечь мочевого пузыря от получения большой дозы и к тому же примерно поддерживать на одном и том же уровне матку или отодвигать те же самые петли кишки в случае адъювантного облучения. Вот. Мы, допустим, рекомендуем, чтобы пациентки пили определенное количество воды, обычно это где-то 500-600 миллилитров, 3-4 стакана воды, 20 минут до облучения. Вот. Мы это регулярно контролируем. Да? Когда у нас есть возможность применения IGRT, мы, естественно, можем контролировать наполнение мочевого пузыря. Но мы всегда говорим, что мочевой пузырь должен быть комфортным. Потому что наша IMRT, как обычно, продолжается 15-20 минут, и не все пациентки могут это выдерживать. Особенно это послеоперационные пациентки, у которых есть проблемы и после хирургические после проведения гистерэктомии. Вот. И поэтому мы заходим на 0,5-1 сантиметр. Это для страховки того, чтобы особенно это опасно, когда мы облучаем культю, если мы не будем заходить на переднюю, на заднюю стенку мочевого пузыря, у нас есть опасность того, что мы недооблучим тот объем, который мы должны включить в поле облучения. Вот. Вот этот слайд мне очень нравится. Вот, обратите внимание, значит, вот эти снимки, вы, наверное, вам всем знакомы, да, ортогональные снимки, по которым мы классически брали поля. Классические поля, вот усеченные там наверху и так далее, при облучении в 2D и также в 3D иногда их визуализировали. Вот на этом поле можете посмотреть, что полностью включается пресс-крестцовая область, да. Это в основном очень важно при стадии 3B, вот. Что происходит, когда у нас есть пациентка, мы его уже объем окунтуриваем на компьютерном снимке и, так сказать, мы будем делать IMRT. Возникает опасность, что вот этот регион, это как раз обтураторные, это как седалищные, да, лимфоузлы, запирательные лимфоузлы, они не войдут в то поле облучения, которое мы хотим, а именно в запирательные лимфоузлы называется, вот, то есть могут найти до 86% метастазы могут распространиться. Вот. Вот посмотрите, они вот здесь находятся. А надо к этому относиться внимательно, потому что вот так беря, да, это уже конечный у нас наш контур, вот как очерчивая, значит, наш ПТВ, СТВ, мы можем совершенно спокойно не дойти до этого места и оставить это опасное место за границами облучения. Вот. Значит, что мы должны окунтуривать? Сосуды или лимфоузлы? Безусловно, лимфоузлы, но когда их не видно, когда мы облучаем пациентку вне в адъювантном режиме, наш гид – это сосуды. Вот. Но надо быть очень внимательным, чтобы не сосуды окунтуривать, а впереди от сосудов. Или даже если мы окунтуриваем сосуды, то отступая от них, включать примерно марш до 7 мм. Вот. Мы, значит, должны очень хорошо определять кости, мышцы, да, кишки, то есть не включая в наш CTV, а
После того, как мы окунтурили, давать ПТВ от 0,5 до 0,7 сантиметров. Об этом я позже выясню, почему. Вот. Значит, вот обратите внимание, это очень тоже я люблю этот слайд. Вот здесь пример облучения паховых лимфоузлов. Вот. Здесь паховые лимфоузлы, они не визуализируются, да? Они не увеличены. Здесь мы визуализируем сосуды. Что мы берем, когда мы берем паховые лимфоузлы? Обычно, если мы окунтуриваем сосуды, и мы не продвигаемся вперед, мы оставим именно самую опасную зону вне облучения. Когда мы берем поля, брали поля, когда мы лечили в 2D, в 3D, это, естественно, у нас были электронные поля или широкие поля. И тут не было никакого сомнения, что вся эта зона попадет внутрь. А когда мы лечим АМРТ, и сейчас все послеоперационно больные, особенно также рак вульвы, да, или когда было пораженные паховые лимфоузлы, мы облучаем паховые лимфоузлы, у нас может возникнуть такое: вот давайте меньше токсичности и возьмем меньше. Вот это вот опасный очень, так сказать, позыв, поэтому имейте в виду, что нужно отступить определенное расстояние, это вот здесь все расписано, да, переднемедиальная 35 мм, передняя 23, антерролатеральная 25, и в общем и задняя это 9 мм, это не маленькое расстояние, это нужно иметь в виду. Так, все-таки есть различия, когда мы оконтуриваем первичную интактную опухоль шейки матки и когда мы лечим послеоперационно шейки матки, послеоперационную шейку матки или эндометрии. В чем? Потому что при интактной первичной опухоли шейки матки мы подключаем брахитерапевтический компонент. При адъювантной лучевотерапии тоже, но там мы облучаем влагалищную трубку. А здесь мы облучаем непосредственно опухоль и непосредственно вводим интростаты в тело матки. Поэтому настоятельно рекомендуется, и рекомендации Джек Эстрова, которые были выпущены около 15 лет назад, показали, что при планировании первичной опухоли рак шейки матки настоятельно рекомендуется применять магнит-резонанс для лучшей визуализации. Во-первых, вот для определения, ну, вы, наверное, знаете гайдлайны, там они определяют, да, сетивы высокого риска, среднего риска, нижнего риска. Я здесь на этом не буду распространяться, просто скажу, что те структуры, которые мы можем видеть на магнитном резонансе, на простом компьютер-томографе, очень трудно их увидеть. И особенно, когда речь идет о опухоли, и мы должны выбрать наши GTV. Вот. Так. Также следующая важная точка, значит, прицела, это, конечно, параоральная зона облучения. Вот. При классическом 3D облучении мы не можем дать высокую дозу на параоральную зону, потому что это влечет очень сильное токсичное выявление в области токсичности с области кишечника и также 12-перстной кишки. Вот. Вот посмотрите на этом слайде, в каком соотношении мы наблюдаем метастазы в параоральные лимфатические узлы. Это в основном 60% наблюдается в нижней части, да, там, где идет бифуркация, значит, у нас уже начинаются разветвляться подвздошные лимфоузлы, где-то в средней части 36% и в верхней части 4%. 36% это немало, поэтому мы обычно свое поле, когда нет поражения параоральных лимфатических узлов, заканчиваем на этом уровне, да, L4, L5. И таким образом, оставляя зону, среднюю зону риска, тоже около 36%. Значит, что происходит? Конечно, однозначно таких гайдлайнов, чтобы включить обязательно эту зону, среднюю зону, зону облучения, у нас нет. Потому что если нет достоверно изменений и на ПЭТ-КТ нет у нас достоверных данных о том, что есть метастатическое поражение, ради того, чтобы чтобы играть, так сказать, с огнем, мы не будем включать верхнюю и нижнюю зону в облучение. Но нижняя зона, верхнюю и среднюю. А нижняя зона однозначно попадает. Вот. И что мы, значит,
Да, подождите, здесь у меня были параоральные. Нет, вот оно не ушло. Ладно. Значит, насчет буста на параоральные лимфоузлы. Потом, наверное, у меня слайд еще впереди, уже не помню, куда я его поставила. Настоятельно рекомендуется при применении техники АМРТ делать интегрированный буст. И АМРТ нам позволяет, повышая дозу, даже до, потому что мы знаем, что 50 грей, давая на пораженные параоральные лимфоузлы, это недостаточно. Поэтому АМРТ нам позволяет в зоне интегрированного буста, в зоне режима интегрированного буста, давать высокую дозу. Иногда можно дойти до 60 грей, но к этому тоже надо подойти очень, очень осторожно. Вот. Что насчет буста на стенке таза и на параметриях? Да? Значит, настоятельно рекомендуется при стадии 2B и 3B, обычно это 2-4 фракции по 1,8 до 2 грея, здесь не позволяем себе гиперфракционировать, потому что повышается очень близко, подходит к сигме, а сигма она более чувствительная, чем прямая кишка, да? У нас констрейнс там уже более жесткие. Если есть хороший ответ на химиотерапию, нужно подумать, давать или не давать, и может быть замещен интерстициальным компонентом брахитерапии. То есть это не жестко стоит рекомендации. Вот. И на этом слайде, допустим, также дается, значит, буст на параметриях дается в таком виде, и видите, заходится на шпитиви, прилично заходит на мочевой пузырь. Да? Вот. Значит, при лимфаденопатиях, при пораженных лимфоузлах. Вот, допустим, здесь на этом слайде, посмотрите, как хорошо нам ПЭТ-КТ может помочь, чтобы мы определили, где находится пораженный лимфоузел. Пораженный лимфоузел на обычном компьютерной томографии не обязательно, что он будет сильно увеличен. Иногда есть такие, которые в размерах увеличены до 1 сантиметра, но мы знаем, что до 1 сантиметра это однозначно не рассматривать как пораженные лимфоузлы, именно чтобы это злокачественное поражение. Но именно ПЭТ-КТ нам поможет узнать, там идет метастатический процесс или нет. Вот. Значит, данные двух университетов, Дэвиса и Питтсбурга, они, которые опубликовали, они рекомендуют буст до 15 грея, да, и клинический, и ответ, который мы проверяем последующим исследованием ПЭТ, показал, что доза лучше, если будет более чем 54 грея. Если одновременно дается химиотерапия, тогда можно остановиться на 54-56 грей. Если без химиотерапии, то можно дойти до 60 грея. Вот здесь этот пример, допустим, окунтурование, когда дается интегрированный буст на пораженные лимфатические узлы, да, одновременно вот, облучая параметрии и облучая матку. Это значит пример первичного поражения опухоли шейки матки. Вот. Теперь перейдем к очень важному вопросу. А сколько мы должны добавить на ПТВ? Значит, у нас, может быть, есть такое искушение. Если мы делаем АМРТ, такая хорошая техника, мы не будем давать 2 сантиметра, 1 сантиметр, давайте все меньше и меньше, у нас здорово будет защищен мочевой пузырь и прямая кишка, у нас не будет таких осложнений. Осторожно, именно в гинекологических, у гинекологических больных присутствуют как раз такие внутрифракционные органы движения, которые нам ни в коем случае не позволят уменьшить наш ПТВ дополнительный размер менее чем 0,7-0,5 мм, даже при применении IGRT. Вот здесь они проводили исследование, в котором они показали, в зависимости от органа, сколько миллиметров происходит движение. Конечно, меньше всего это у нас по бокам латеральное идет движение, да, и меньше всего это влагалище. Но в основном это шейка и тело матки, где надо быть осторожно, особенно осторожным. Значит, еще одно исследование, которое измеряли все вот эти изменения и сколько миллиметров давали на ПТВ, нам дает возможность сделать такое заключение, что несмотря на использование передовых технологий, поля не уменьшаются, менее
менее чем 5-4 мм именно у гинекологических больных ввиду движения вот анатомических структур. Так. Значит, в заключение, что можем сказать, то, что относится к данной теме. Подход, естественно, должен быть основан на технических возможностях. Мы сейчас говорим о высоких технологиях, но не следует забывать, что в стране, во многих странах не у всех есть доступ к этим технологиям. Да? И не совсем недавно 3D это явилось такой революционным решением, потому что мы все лечим по рентгеновским снимкам и применяли в 2D. Вот. Система визуализации – это фундаментально. Если мы хотим качественно провести нашу лучевую терапию, повышая дозу, особенно когда мы даем высокую дозу на пораженные лимфоузлы в виде буста, мы идем к высоким дозам, без определенной системы визуализации мы не можем играть с этим. Потом. Система планирования, безусловно, это имеет очень важную вещь. И команда. Команда – это подготовленные врачи, подготовленные медсестры и подготовленные физики. Безусловно, если нет у нас соответствующей подготовленной базы для того, чтобы грамотно использовать, мы не можем, просто не должны использовать то, чего мы не знаем. Да? И нельзя забыть о времени, которое мы уделяем каждой пациентке. Вот. Нельзя все делать, так сказать, в попыхах. Каждый пациент требует своего подхода к нему и требует определенного времени. Вот. Я позволю себе сделать небольшое отступление, но занимаясь лучевой терапией, химиотерапией, мы настолько погружены в том, что мы делаем, так сказать, привязаны к аппаратам, что мы часто забываем, что мы дело имеем с живым человеком. Да? И мы забываем о том, что мы гоняемся, да, опухоль уменьшается, как хорошо, дозу давайте. А мы забываем о том, что это пациент, чтобы мы не прерывали нашу лучевую терапию, химиотерапию, пациентка должна быть в хорошем состоянии. У пациентки должно быть, так сказать, не должен лежать в койке в течение всего длительного периода лучевой терапии, а должен быть в таком состоянии, чтобы мы не прервали ни один день лучевой терапии. Поэтому очень важно, чтобы мы не забывали о том, какое большое значение имеет как раз фармаконутритивная поддержка у этих пациенток. Вот. Мы опубликовали в прошлом году в журнале злокачественные опухоли, вот эту статью, которая, с моей точки зрения, она очень важна, и каждый из нас должен знать, что происходит в клетке, что происходит в организме каждого пациента. Я просто хочу, как бы, может быть, это выглядит реклама, это наша испанская лаборатория, которая выпускает, значит, вот такой препарат, это минерал и витамин, ничего особенного в этом нету, но именно вот эта поддержка фармаконутритивная во время химолучетерапии нам достоверно помогает поддерживать состояние пациента и довести его до конца лечения. Вот. Значит, мы применяем его с 2014 года, и основная группа пациентов, которых я веду, это, конечно, те пациенты, у которых есть опухоли брюшной полости и малого таза. Да? Вот. И что мы наблюдали при применении? Значит, в диарее не было незначительное улучшение. Я не могу сказать, что это такой препарат, который панацея всех излечивает от диареи, потому что, конечно, диарея, она вызвана к тому же, что применяется химиотерапия, да, и боль, вызванная радиомукозитом, было значительное улучшение, и астения тоже наблюдала значительное улучшение. Ну вот, на этом все. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо.